75 историй победы. Кудашкин Иван Степанович. Командир звена гвардейского бомбардировочного авиационного полка, гвардии лейтенант, герой Советского Союза. Иван Кудашкин родился 4 июля 1922 года в селе Подлесная Тавла в Мордовии. В 1939 году окончил Саранское педучилище и аэроклуб. На следующий год был призван в ряды Красной Армии. В 1942-м успешно окончил Энгельсскую военно-авиационную школу пилотов. На действующий фронт попал в декабре 1942-го. Воевал на Первом Украинском фронте. 25 мая 1944 года экипаж Кудашкина в тяжелых летных условиях сумел разбомбить скопление гитлеровских войск у переправы в районе Хатина. Враг понес существенные потери в живой силе и технике. Через неделю, 31 марта 1944 года, Кудашкин получил новое задание – уничтожить мост через Днестр в районе Лишевицы и помешать переправе фашистов. Бомбардировщик приблизился к пункту назначения на высоте 100 метров и словно с горы скатился, планируя по воздушным потокам прямо на голову немцам. Рокот мотора заглушил звук открывающихся бомболюков, из которых снаряды ударили точно по автоколонне врага. Гитлеровцы отреагировали зенитными снарядами. Один из них попал в бензобак машины Кудашкина, превратив ее в огненный болид. Командир звена принял молниеносное решение. В такой ситуации счет шел на секунды. Он живым факелом прямо с неба спикировал в скопление вражеской техники недалеко от переправы. Советские бойцы погибли на месте. За время ведения боевых действий Кудашкин совершил более 60 вылетов в глубокий тыл противника на бомбардировку стратегических объектов. И только много лет спустя, 26 июня 1991 года, подвиг 21-летнего гвардии лейтенанта Кудашкина Ивана Степановича был оценен на самом высоком уровне. Присвоением звания Героя Советского Союза посмертно. Вечная слава героям! Победа будет за нами!